В военном конфликте в Сирии участвуют 11 тысяч иностранцев. Это граждане 70 государств мира, каждый пятый из Западной Европы. Больше всего приезжих из Франции, Великобритании и Германии. Этот вопрос стал главным на встрече представителей правоохранительных органов стран Евросоюза в Брюсселе. С апреля число европейцев, которые едут воевать в Сирию, увеличилось втрое. Такие данные приводят специалисты из Международного центра по изучению радикализации на базе Королевского колледжа в Лондоне. Исследования показали, что вербовщики набирают будущее боевиков в учебных заведениях. Европейские чиновники опасаются, что после возвращения домой эти люди могут совершить теракты на родине.